що змушує миколаївців боятися? Які внутрішні страхи переживають вони? Запитаємо. Я боюсь за здоров'я своїх дітей. От вони зараз заболіли, і я собі місця не нахожу. От це у мене страх є. Боюсь, щоб війни не було. Это самое, чтобы дети были все здоровы, внуки. Страх – это опасение, внутренняя дрожь какая-то. Ничего не боюсь. Ничего? А вот у каждого человека какая-то фобия развита. Может, какая-то высота. Высота, может быть, если очень высоко. У дочери моей высота. У меня нет, наверное. Лично я боюсь стать неуспешным и безработным. Я бы очень не хотел бы, чтобы это произошло. Так, прям таких фобий, типа пауков и прочего, этого я за собой не замечал. No. Нет, хорошо. Ну что? Пауки, наверное. Я не боюсь ничего. Я повидал много в этом мире. Я был сотрудником внутренних дел МВД. 10 лет уже на пенсии. Конечно, есть. У всех людей есть. Но, знаете, по психологии у людей основной страх – это одиночество, бедности там, и смерти. Ну, я боюсь змей. Хорошо. А как побороть этот страх, вот внутренний? Все мы знаем, что это только внутри нас живет, и все можно побороть. Как вы боретесь? Ну, как бы мысленно. Раньше у меня был другой страх, я на этом, ну, примере вам расскажу. Я боялась собак, меня когда-то очень сильно они покусали. Но это же не значит, что от моего страха собаки исчезнут. Мне приходилось по той же улице ходить и видеть тех же собак. И как-то менять свои внутренние отношения, это как бы закаляет наш внутренний стержень. Так же и со змеями, если я раньше их видела, и мне становилось вот так плохо, то сейчас, конечно, я могу спокойно на них смотреть. Ну що ж, друзі, ми повертаємося, як і обіцяли, в нашій студії вже є гість, з яким поговоримо стосовно цих залякувань, фобій та страхів. Сьогодні до нашої студії завітав психолог Віктор Гуляєв. Вітаємо вас. Да, здравствуйте, дорогі телезрителі. Как видим, одно явление, а можно назвать разными словами, синонимов настолько много, и это символизирует то, что люди боятся, и очень много у нас различных фобий. Фобий там насчитывают около нескольких тысяч, и их даже выучить тяжело. А как часто вам приходится работать с людьми, у которых различные фобии? Ну, во-первых, у меня форма работы – это групповая. Так, давайте так, прежде чем начать, страхи, да? Ну, условно можно поделить страхи на биологические и социальные. А вот биологические? Ну, биологические – это когда человек угрожает опасность. Ага, да. Естественно. То есть, когда защита уже… Ну, страх, можно сказать, это отрицательная эмоция, она может быть воображаемая или реальная. И есть социальные страхи, это страхи на публику выходить, ну, где-то плохо выглядеть, вот страх, что плохо выглядеть. Это когда-то проводили такой опрос в США, ну… Какие самые большие страхи людей, ну, боятся? И на первом месте оказался страх плохо выглядеть. Ну, вот видите, а на втором страх смерти. Даже больше боятся, да. Да, Виктор, знаете, в общем, бывают такие, человек бывает говорит, да я лучше умру, чем выйду на сцену. Бывает, очень часто я слышал такое. Я думаю, страх плохо выглядеть, он больше присущ женщинам, потому что для нее лучше умереть, чем плохо выглядеть, чтобы кто-то сказал, что она некрасивая. А по поводу биологических страхов, социальных, вообще, вы говорите, что это негативное, но можно ли считать, что это плохо? Я бы не сказал, чтобы негативно. Смотрите, например, страх даны, чтобы для выживания. Угу. Вот есть да, страхи, которые страх высоты, да, он оберегает от того, что защитная может балкона, балкон не выпали, там, с горы не упали. То есть он оправдан. А есть, например, такие страхи, которые не оправданы, только приводят еще хуже. Например, человек боится к стоматологу ходить. Да? Да, вот когда это... страх, допустим, который действительно должен сохранять человека, вот человек боится собаку, потому что она может на нее напасть. Но иногда это перерастает настолько в фобию, что человек обходит абсолютно всех собак, даже самых панические атаки, вплоть до панических атак. Конечно, бывает такое. То есть, в основном, большинство наших страхов, они с детства тянутся. То есть, нашими установками. Вот, например, страх выходить перед публикой, да? Это такой, например, вот, представьте, что маленький ребенок зашел в магазин, начинает от радости кричать. Что им родители обычно говорят? Кричат, делают что-то тише. Не привлекай внимания. Кричи, да, люди вокруг, что ты кричишь. Это если хорошее настроение у родителей, если плохое,
по шее могут дать. Так же. Еще хуже, да. А где написано, где можно кричать, где нельзя, сколько можно ребенка кричать? Нигде не написано. Так установили такие социальные установки, моральные, да. А потом, когда человек вырастает, это выливается в какой-то комплекс. Он боится что-то кому-то ты сказать. Ты понимаешь, мы просто кричали боится... по магазинам, и все нормально. Да, да, да. А когда ребенок маленький, немножко губкой все впитывает, тем более это родители. Родители для него, все. Потому что знания первым делом ребенок получает от родителей. Потом идут учителя. Опять же, это все наши страхи начинаются из детства. Конечно, из детства. Да, и каждый раз убеждаемся в этой истине реально. А что делать? То есть проще всего побороть эти страхи у ребенка, то есть когда мы вот замечаем какие-то проявления. Mm-hmm. И что не делать? Ну вот, например, не, скажем так, ребенку там не указывать, не запугивать вот этими mm-hmm. даже вот, не создавать страхи, фобии ему, что, как работать? То есть смотрите, тут надо баланс держать, потому что если все позволять, то же оно не так. Вот даже если взять там европейские страны, там более позволяют ребенку. Ребенку, mm-hmm. да, он там и в грязи, и так далее, то есть это нормально. У нас там, чтобы чистенький был, и так далее. То есть, смотря, это от менталитета зависит. Mm-hmm. Потом, вот больше, еще есть промежуточные страхи, например, болезни, страх болезни. Mm-hmm. Почему промежуточный? То есть он варьирует между биологическим страхом и социальным. То есть биологический, да, что боль, да, а если социальный брать, это... меньше общения, да, страх, что с работы уволят, и быть одиноким, ненужным и так далее, да, много всего такого. Но вот как чаще все-таки приходится работать с детками, когда родители уже обращаются, сразу реагируют на mm-hmm. какие-то страхи, либо уже потом со взрослыми людьми, и я так понимаю, что со взрослыми уже сложнее работать. Конечно, чем дольше страх, чем раньше страх возник, и mm-hmm. чем больше человек прожил, тем больше у него в глубину туда вталкивается, он может забыть, и оно отлаживается на подсознательном уровне. Ну, а во взрослом уже таком возрасте сознательном есть возможность избавиться от страха? Если да, то какие методы есть? Как, да, конечно. Ну, смотрите, я так скажу, что биологические страхи, да, страх, когда перед опасностью, это больше работа психиатров, психиатрии, психотерапевтов. Я больше работаю социальными страхами. Можно побороть их, ну, во-первых, это каждый человек имеет право на страх, скажем так. То есть, когда человек хочет какое-то дело сделать, нужно сказать, да, мне страшно, но я это сделаю. То есть, перебороть это в себе. Потому что страх тогда возникает, когда человек не действует. Угу. Даже, например, вот, когда вы экзамены сдавали, да, вот чем дольше сидишь, перед тем, как зайти, тем больше тебе страх возникает. Он накапливается. Потом бывает... приходит такой щелчок, да уже все равно, как будет. Такое бывает, да, это хорошо, когда такая реакция. А бывает, человек прямо до паники доходит и это. А как признаки, какие страхи? Человек потоотделение сильно начинается, начинает руки потеть, начинает, диарея может тоже начаться от этого. Но чем сильнее страх, чем сильнее паническая атака. Человек может даже заболеть от страха. По поводу вот таких социальных страхов, я так понимаю, что можно в первую очередь это самому себе дать установку, что нужно это побороть. Да, и тренировать их нужно. Вот, например, человек боится выступать перед... Ну, ему надо, да, там, по мере какому-то, по своей работе. Нужно начинать с малого. То есть, с маленькой аудиторией, 2-3 человека. То есть, когда... Хотя бы с зеркала. Да, это все равно, когда мы берем этот... Ну, идем, например, хотим научиться штангу поднимать, да, нам же не дают сразу 150 килограмм, а дают там по 10, по 20 килограмм. Так само и этот страх, да. 3-5 человек, и по мере, да, и когда будет, когда мы так будем тренироваться, то он уже не будет нам мешать. То есть, сделать объект страха, скажем так, постоянным и обыденным делом для нас. И да. Тогда будет проще. Потом к дантисту, еще... например, можете подойти один раз к стоматологии, угу. второй раз, потом зайти, потом уже подойти к кабинету, потом поприветствоваться с дантистом. Потом дернуть дантиста за зуб и убежать. Так что вот так. Да, потом еще как можно еще бороться со страхами. Нужно страх, то есть представить себе, что может произойти от этого, какие наихудшие варианты. Когда человек представляет, то разложить это по полочкам. Когда он разложит это по полочкам, пусть даже будет... А если человек боится этих наихудших вариантов? Он пусть разложит. Наихудший вариант – это неизвестность. Оно намного хуже, чем самый худший вариант. Понимаете? То есть сделать по тому принципу, когда что будет, если это будет, что будет, если этого не будет, да, и так далее. Да, то есть, да, в общем, конечно. Итоге выйдем к тому, да. что ничего страшного. Ну, а если вот будет. По такой схеме человек боится публичного выступления, вот угу. он самое страшное для него, что с него будут смеяться. И он этого боится. Он понимает, что так может быть. Он же все равно не выйдет на публику. Это, скорее всего, действует такая установка, которая называется «я не очень». Да, у меня тоже, когда был тренинг, вот...
ну, мужчин, ну, там должен каждый выходить и что-то рассказывать про себя. Один мужчина говорит, а мне комфортно с места отвечать. Я говорю, это потому, что у вас, скорее всего, установка «я не очень». Ну, почему я не очень? Я говорю, ну, что-то такого, встать, выйти и рассказать о себе. А кому это будет интересно? Вот, кому будет интересно, вы только тогда узнаете, когда выйти и расскажете о себе. А вы знаете, что вы сейчас выйдете, начнете рассказывать, и те, что сидят, посмотрят, что вы не очень. Понимаете? То есть это использование уже манипулирования легкое с самим собой получается даже. Конечно. Потом много людей привыкли сравнивать себя с кем-то, особенно женщины, да, сравнивают, вот надо такое быть и такое быть. Это тоже мешает, какие-то рождает страхи. Человек, во-первых, должен быть самим собой. И сравнивать не с другими себя, а с самим собой, только которым был год-два назад. Вот это и есть сравнение. То есть, когда человек есть сам, он личность, тогда страхи сами собой будут понемногу уходить. А если мы на кого-то будем равняться, да, то, конечно, эти страхи они будут нас преследовать. То есть, должна вырабатываться самодостаточность во всем, во всех делах своих. То есть, понимать, что я такой, как я есть, и не нужно бояться ничего. Конечно, да. Вот мы должны на себя равняться всегда. Я личность, я такой, какой я есть. И проще всего брать просто... Да, когда мы боимся, знаете, еще бывает, человек боится, что у него что-то не так получается, да, например, вот в тренерской работе, там, в семинарах, он делает анкеты, чтобы посмотреть, то есть он уже в себе сомневался, он думает, как же меня оценят другие. Только он начинает сомнения, и чем больше сомнений, тем больше он будет думать, что у него не получается, что он не очень, у него такая установка. Потом еще можно, да, например, тренировать как свою, в транспорте, где-то в очереди, просто подойти на нейтральные темы, которые какие-то поговорить. Это тоже очень раскрепощает человека и дает тот толчок, который убирает те страхи. Я-то думаю, чего ко мне в очереди подходят и начинают разговаривать? Это люди раскрепощались, понимаешь? Ну вот на приеме у психолога во время каких-то групповых тренировок понятно, что человек сможет выйти из этой ситуации. Не всегда, если он хочет. То есть страх – это выбор. А вот в одиночку человек может вот сам решить, что вот он будет бороться со страхом и победить его? Ну, смотрите, есть самовнушение может заняться человек, но все равно это тоже форма лечения, избавления от страхов, но нужно всегда все пробовать, то есть и там, универсальность. А вот кто быстрее борется со своими страхами, у кого это получается больше, у женщин или у мужчин? Потому что все говорят, что женщины самое пугливое создание. Знаете, почему это еще так получилось, почему этот страх тянется в женщин еще с давних веков, потому что женщины свободные стали, ну, где-то последние 100 лет, а до этого они всегда были бесправные. То да, есть оно любую, на генетическом уровне как-то на генетическом уровне, конечно, пока оно это все пройдет, пока уже 100 лет прошло, а все равно у женщин есть такие вот страхи, что даже вот одиночество остаться, вот все, если одиночество, значит, мне уже нету это, нет смысла детей, жить, да, говорю, нет смысла жить, а кому я нужна, а кто меня возьмет с двумя детьми, даст, и еще социальные нормы, да, вот когда, например, если взять там Исландию, там вот, когда женщина без мужа, да, ну, разводная, ну, вернее, ребенок не в браке родился, это считается нормально, а у нас... То есть здесь особенно много все-таки работает социальное, да? Нет, особенно в селах, в городе еще как в городе. Почему, если в селах что-то такое случилось, они сразу стараются переехать в город? Потому что можно затеряться и более-менее это пережить. Еще страхами нельзя бороться, их надо принять. То есть принять что-то, да, страх, я боюсь, но я это сделаю. И действием своим делать любое действие. Обмануть самого себя. Абстрагироваться так со стороны, посмотреть, типа, ты что ты не боишься, подойди уже, сделай это без проблем. Да, страх перед, даже в прямом эфире вот много боятся выступать. У меня тоже, когда был первый раз в прямом эфире, меня реально трясло. Но потом я решил, надо действовать. Только я тогда могу узнать, получится мне нет, когда я буду действовать. И когда я это первый раз сделал, да, был на прямом эфире, тогда я понял, что не такие страшные волки, как его лякают. Рисует страшно, но на самом деле, как его малюют. Нормально все. Вам большое спасибо реально за то, что рассказали сегодня, как можно побороться. И действительно, с одной стороны, один самый яркий вариант, как побороться. Просто посмотреть на страхи со стороны. И принять его. Да, и принять, и сказать, что будет, если этого не будет, или если это будет. Ничего страшного точно не будет. Остаемся жить здоровыми, красивыми, такими, как мы. Да, вам тоже спасибо, мне тоже было приятно с вами пообщаться.